Не, ну можно, да. Надо, Может, я... чтобы РНЖ умер. Не, ну есть и вот такой герой. Вот есть вот такой убийца тоже. Вот кто умеет. А бот линия, линия бот. А, бот я на линия. этом был очень А может иконку надо поставить, да? Не, ну слушай, нам надо бруду забирать сейчас, потому что они точно заберут. Чем они могут отпушить бруду? Санкингом? Аксом, Аксом могут. Аксом. Давайте не будем брать бруду, нахуй. Да, бруду не надо, мы если за контрим. Я беру онлайн, слышишь? Не, давай. Че, я беру? Да, он сам. Я беру или ты берешь? Да, ты берешь. Я если что, визажу заберу. Не знаю, 16 секунд. Джаггернаут есть, Акс? Который может, типа, ну, покрутиться, но это такое. Могу джаггера взять. А играть ты на нем умеешь, но лазера нет, блядь. Да я умею, умею. Давай, давай, джаггера возьму. Я думаю, да, что делать. Very Gage Gaming, nice у них название. У них что-то другое было, что-то не один. Не знаю, это Альта, видимо. Трод говне ему не подходит. А блочить можно крипов или нет? Да. Я думаю, блочить или нет? Ладно, поехали. Задрот их катает. Ну я с DKM точно на первом даже не буду это париться. Я на джаггере практиковался две игры, поэтому не надо тут. Две игры на джаггере, 6 тысяч на тинкеле. Опа, поехали. DKчик, парни, я отбегу от них. Брю, брю, брю. Ой, долбоёбы, до свидания! Давай так, еще, еще! Давай Дарксира. Давай Дарксира. Не, давай этого, или кого? Лицо любому, лицо, у меня ничего нет. Вот этому, вот этому. Что с ебалом, твари? Что с ебалом? Нормально мы их похарасим. Нормально, нормально. Я не буду. Так, ну мы аккуратненько. Сейчас у меня дикей будут, потом я возьму, наверное, второй в один, а потом уже топ. Отводить или нет? Отводить или нет? Отводить не, не, нет, слишком много щитов. Наверное, я думаю, не надо. Вообще, можем сейчас напасть, но не 4 дикея, я наверное, вином сейчас... Давай подождем пачку крипов. Сейчас, я вино, манго возьму. А ты уже с хилом? Ой, красиво. Так, 400 хп у Дарксира, если что. У меня первый левел, может быть, попробуем? 400 хп. Давай, го-го-го-го-го-го. У меня будет. Сосать, блядь. 4 стика у него, кстати. Давай постопаю его. Там кура идет, кура. Курица, курица, курица. Ай, бомжи, блядь! Давай это. Че-то вообще кек. Вот смотри, вот здесь вот герой, второго его. На. Че, отводы не запрещены, не? Не запрещены, я спрашиваю. Чё? Мина. А вдруг им деньги за тавер дадут, у нас тавер на миге упадет, честно. Там ломаете лицо. Слушай, а мы его убьем. У него еще стиков 9. По-моему, да, нет? Так, я тут... Мне тут надо прогрызть, есть топор какой-то мне сюда? Ну, сейчас пушу с крутилочки. Я постопаю еще, не? Так, все. И. Его с пушем. У меня есть это. Слушай, а может быть я вообще не буду капли брать, я попробую пайп сделать быстро. Давай. Ну, может быть, мы попробуем. Это капли не дорого, а спасти названием. Угу. Так, ждем крутилки, если еще раз вот с пачкой. Вот давай сейчас не подведем ее к таверу и попробуем это. 12 стики взять. Я могу его крутилочкой спрашивать. Да, да, давай крутилкой, пойдем. Тихонечку. Я тебя похилю. У меня еще манго есть. О, быстренько убиваем. Пока у меня щиты. Не надо быть побитыми такими. Вот когда у меня появятся птички и будет полное говно. Ты можешь медальку купить. Нам арканы нужны. Очень срочно, по-моему. Ходи, да. Да, че, еще крутилкой пофармишь? На. Давай. Давай. Там вот этого не, не бьешь, вот этого крипа. Тускар убить не троим. Поставь на базу, блядь. Бог, там нет. Вот это так, типа, там блик часть. Нету блик. Он там с арканами еще. Могу покрутиться, арканы будут? Сейчас будут. Я промазал. Вот, сейчас будут, смотри, они тупаешься. Может сблизить. Они сейчас, они сейчас будут, они сейчас могут меня прессовать чуть-чуть. Я дам хил. Садил кит. Так, у меня еще стики есть.
Я бегаю, мансую за ним. Она меня убили, ну ладно. Панда сейчас соберется. Панда, да, лол хп, кстати. За ним еще куча всякого говна, но оно развалится. Но они под тамбом. Мне кажется, стоит отойти. Я через 7 секунд прилечу. Тик, 10 тиков у меня. 6 секунд крутил, 6 секунд. Я лечу. Показывай это. Хилка, хилки нет. Ходить нет. 12 секунд хилочка. 2 в 2 подрались, но у них ультов сейчас нет, можем идти пушить. Я не хотел голема жать, поэтому... Бля, эти щиты, конечно. Пиздец. О, у меня вторая птица застряла. Я могу Ирантейлом купить, я буду просто юзать на... Да, можно, кстати, талон взять на туре. Да. Неплохая идея. На стамбе сейчас нет? Мне помощь нужна. Сажу. Ну еще раз, блядь, еще две птицы, нахуй, блядь! Хилку надо как-то поставить. Попробуй поставить. И крутиться сейчас! Тактика. Так, хорошо. А, нахуй, блядь! И стики. И за ним. Ой-ой-ой, все, красота. Ай, красиво, Петя! Молодой, блядь! Я томп есть. Вард 25 секунд. Сейчас можешь надо это. Захилить, да, я хочу, чтобы ты крипам просто. Там. Этот умер. А, он, короче, визу, просрал. Визу. Он же под тамбом. Так, отойти, наверное. Сейчас все 9 секунд, хилочка. Отойди. О, я убил. Убили. А, ну или ты убил. Ой-ой-ой! Ой, красота! Вообще. У меня хил есть, если что, только. Может... Блять, Белобрысова убили нахуй птицы, блять. Мэн тут замедляет его, если я шляпу вообще не понятно, на самом деле. Ну, у него максит, наверное. Она. Нет, первого его. Может... А, там мека есть, кстати. 5 секунд у меня потом, 5 секунд. Я бегаю, парни, я еще далеко. Не умирайте, пожалуйста. Не, если они будут драться. Вот сейчас вот уже можно. Ну, я оставлю. У меня 6 секунд. Есть что-то? Так, понял. Они под тамбом бегают, я вокруг. Нас трое будет. Давай. Блин, очень... Я так когда говорю. Живете, хорошо. Тамба бьет. Тамбу, главное, не дать убить, да. Мека дает. Наносит, блин, там вообще лох хпшные ребята. Вот этого. Стики? Хорошо. Посадить. 5 секунд я прилечу. Пивчик. Ебалом, блядь. Так, меку купить надо, если умираешь. Хорошо, так. Я сейчас глиммер, наверное, доберу. Ой. Не было. Я глиммер, короче, доберу. И мы это. Томп есть. Пушим? Да? Ну давай. Петя, хилка ты? Утони этому уроду, утони ему. У него ж нет ульта. Потом ультану. Они под тамбом, у меня флеш-голем ща будет. Ой-ей, по-моему... Ой. Хила пока нет, но... Там еле, но вы еле там хил. Держитесь. Ты можешь что-то в него дать? У меня ща будет. Я могу байбекнуться и начать пушить, хотите? Да мы, мне кажется, там уже... Там сам есть пушка. Блин, убей голема, он очень сильно замедляет! Пушьте, вы сейчас выиграете. Да я не могу так особо. Ладно, я короче... Я птичка, нахуй, смотри. Птичка? Нет, у меня урона, блядь. Моя меха, нахуй, кто. Блин, мне кажется, вангвардик бы заехал здесь вообще здорово. Да. Аккуратно. Глиммер дал. Ой, какой глиммер! Я похилю, Том, похилю. Давай, все, теперь надо петь. Давай, я с руки дерусь. Ты прожал, меху прожал. Глиммер 4 секунды, если чё. На себя даю. Я на себя дал. Нет, блин, зря, наверное. Занял двоих. Я ухожу. 10 секунд крутил. Олигофрен от... Опа. Олигофрен меня... Чё-то... Всё плохо, Федь, мы умираем там.
Ой, это плохо. Это тавер. У меня ульты не было. Да-да-да. Стики? У меня нет байбека, к сожалению. Блин, этот ульт, конечно, ДС сильно зарешал. И вот этот мой флеш-голем, это, конечно, вообще пиздос. И урны там еще. Ой, карта на байбеке, тавер. Ну, нам чуть-чуть надо, блин, давай. Убей голема, он слишком сильно замедляет этого, моего. Ну. У меня 7 секунд, Карпан, я прилечу через 7 с глимером. Жить надо. Жить на 3 секунды. Я лечу. Через shift глимер нажимаю. 3 секунды. Тактика. Смеха будет 2 секунды. 2 секунды. Смеха. А нахуй сосать, блин! Пойдем, по-быстренькому, я тпшился. У меня хил 4, мы сейчас тебя захилим на фул. Там грифсы. Они дают подходить. Я зря, наверное, потратил. У меня нет тамбы, нет тамбы. ДС, ДС убить. Байбек есть? Есть. ДС, все в него. Маны дают. Маны, я дай маны. Вон, давай этого. Они меня прям захейтили. Голема, убей моего, а то он забегает, пиздец, этой херни. Давай, они сейчас регенится пойдут, а мы как раз они что-то пойдут. Убей эту поеботу, вот эту вот, Карпан, вот эту вот летающую. Nice. У меня маны вообще, ага, я даю. Я том поставлю, если что-то дадите. У него грифсы, я летаю, не могу пока. Пиздец. Я поставлю. Я могу прийти с Ганимом. Ну так да, надо. Давай. Там все резко. Сейчас это справимся. Ксера прогнал, так ксера нет. Они под тамбом до сих пор. Я ищу стики. Сейчас будет поставить. 2 секунды, 1 секунда. Теперь я сажу. Я байбек. Лечу с байбека. Надо ДС убивать. Там Т2 только есть. Я иду с гримером. Иду, бегу. За мной летят. Есть помощь? Да. А он мне не дал тычку. Там урна на тебе все. Там грифсы решают очень сильно. Нам 2 килла осталось. Может, мы начнем? У тебя же дефуз есть. Иди, ёбни их. Они ж будут набегать сейчас. Я пока что задефузил себя. Ой-ой-ой. Я улетел. Ты не смог ничего? Убей его! Килл! Я не смог. Бить одного. Грифсы! А чё? В файте грифсов не было? У нас не было этого файта, блин, он летал. Ну давай ты пэшься, что делать, я хз. Надо что делать. Вообще прям супер жестко, они просто ломают и все. Нажимай на них. Я не могу нажать. Ты пошёл? Ну да, мы не успеем. Чё так я какой-то? Сец! Ты грифса не дожал, гг. Карма друин. Да реально, мы бы пережили и всё. Если бы я бы не ждал. Не, строй нормально, кстати, расконтролил, но Брюмастер, кстати, очень крутой герой здесь, типа, кидаешь одного в торнадо, да, там, второго... Да нет, надо просто сделать 2 килла, блядь, я не знаю, да. Как это проебать. Или тавер добить вообще. Так там грифсы, типа, на 10% хилят, как, ну, бешеные, вот, и мы, типа, не могли выжить это, то есть, в нас дают, объясняю, нас дают прыгает бесмастер, Брюмастер, точнее, дает пиво этот, ульту, камень, пиво, еще раз, клэп, ну, типа, у него аганим просто был в последнем файте, вот и все. Можно андайнга, но... Или андайнга, да, андайнг, ничего, кстати, да. Вот, я же говорю, он все прогрыз. Пойдем лад пиздим. Пойдем. Есть вайпер первый. Че? Есть вайпер первый. Здорово. Я замедлю его сейчас, мы тычку дадим. Ой, а че? Я ударил. Может за тавер вообще их как-то? У меня 40 дэмэджа плюс. Он да, давайте за тавером зайдем. Есть, ставлю. Тамба первая, если что. У меня нет урона. Ща будет. Так
Куда ты ступаешься? Давай. Денег там тэпнется. У меня стики еще. У меня есть стики. Я тысячу дал? Я дам, давай. Давай. У меня дэмэджи дохуя. Я умер. Давай пушить. Ну, давай, ладно, туда. Можешь его? А его убить, убить, я дал одну. Да, мы в прошлый раз тоже. Я оставляю. Тавер, типа. По-моему, лид в этой игре должен быть забрал. Заберет этих крипом? Тогда ладно. Там опять нейтралами, да? Я пойду арканы возьму. Он не даст просто. Пойдем, я обойду сейчас. Подожди, стой, бей, пока змеи. Я его сейчас замедлю. Давай. Мы идем. Еще раз, да. Может этого? Сейчас буду проседать, наверное, здесь. Есть хил? Виномастера, может? Я без урона. Тогда надо уходить. Нет, ты умрешь. На скуру, да, мы потратили еще. Я стики даже если прожал, я не вижу. Ну надо со смока как-то убить, не знаю, но мы не можем. Слышишь, если они ульту юзают, ты тоже свой ультимейт юзаешь, и мы на базе, короче. Ну да, я понимаю. Вообще контра. Полная контра от НС. Смотри. Ну этот застрял. Они все за тауром. Я ТП-шу у нас пытаюсь. Лол. Я еле выжил. Смотри. Смотри, он стоит тут. Надо его форсить на ВВП. Пойдет. 40 секунд. Смотри. Не, ладно. Или что? Не-не-не, надо бой. Смотри, они будут там будут сейчас. Я еще не... Да, была бы это наша макропира, конечно. Да, тогда был бы. Ну смотри, они макропиру потратили. Да, 200. Смотри. Ой, они назад не могут идти. Вот здесь Шакира очень классно. У меня дал этот салку. Федя, убей его нахуй. Убивай его. Я ТП-шись. Меня не надо. Нет, давай. И сейчас без ультимейта это. Давай сразу ТП-шимся. Ну сейчас, да. Смотри, он что-то хочет. Давай. Я в сопле, ой-ой-ой, у меня нет ульта. Ты чё? По макропире-то. Тепло, что ли, попки? Да. Нормально. Да нет, там с вами тушили. Забайте, мы бомжали. Давай, успели нахуй. Старая добрая, блядь. Оформляем. Так что точи, блядь, на это. Мне кажется, Том, если вот сюда поставить, мы вообще, ну, сможем как-то драться. Сейчас, давай next раз, подожди. Так. Защита там. Похилишь его? Да. Бей, может, змеек сначала. Подожди, а меня тавр бьет или не бьет? Нет, тренжи. Не ладно, все, next тамба. Бомбы нет, парни, 50 секунд. Очень лоу. Вот смотри. Поймал. Третий его. Тычку дал. Вторую. Ну, ладно, все. Ставлю там. Там. Если что, худые. Так, ладно. Ты знаешь, у них в прошлый раз? Нажми на него, нажми эту, блин. Ладно. Давай его убьем. Полетели до базы? Да, давай. На самом деле зря. Да, нахуй его рот, блядь, я его крыло вышли с сверху. Спасибо большое. Давай туда же там бой, поехали. Давай. О, а ты ходить умеешь, блядь, или ты инвалид? Я ж не шутил, сука, что ты инвалид, блядь, погибся. Давай тавер, у меня дэмэджа много. Все с худами. На нахуй, блядь! Просто игра должна была быть, сука, такая же, блядь. Так. Есть... Ваша команда выбирает дело, опять. Подожди, андайинг есть опять? Давайте андайинга. Поиграешь? Я что-то не хочу на нем, у тебя лучше получится. Там брюмастер, слышите, там брюмастер стрейбует опять. Что-то, по-моему... Распан зелёный, нет? Ну, я могу Сален сдать, но... Панду, смотрите, зеленую бруду и что-то еще, чтобы сейвить панду. Панда будет типа подфармливать. Не хочу нафармить на панде точно. Нам нужен какой-то герой, который будет танковать просто и все. А, и вайпер есть, слышишь? Давайте вайпера. Есть Найкс. Может быть, мы андайнга первым заберем?
Давайте, да, да. Берешь? Берешь? Карп, да, давай. Спасибо, все. Ты берешь вайпера? Бери вайпера в натуре, бери вайпера. Вот прям сейчас. А я подумаю еще, что взять. Я реально. Пик, пик такой же. Не, я могу взять Арквардена, типа, и они вообще, ну, ничего не сделают. Можно что-нибудь стан какой-нибудь пикнуть. Клик? Че? Мисклик? У нас мисклик. А че он хотел взять вайпера? Да, скорее всего. А нам не похуй, нет? Да. Ну. Если они машнят, так давайте и мы намашним. Ну, хз, у меня сторону забрали, Рейден, на самом деле. Я тебе тогда, нет, просто я тебе тогда разрешил поменять героя. Ну да, не, я в натуре там мискликал, там даже... Ну, ты нормальный, нормально, типа, это. А этот, блядь, машнит уже вторую игру подряд. Да в смысле, парни, бабки горят, алло. Нет, это стороне, да, решает, слышите, что делает. Картман, пиши, я не хочу быть уродом. Пиши, я не хочу быть уродом. Давайте, блядь, поспорим, нахуй. Там будут другие герои. Федя, давай ты герои. Тебя и так там все ненавидят за то, что ты скрин, да? Ну ты понял. А чё они ревнули? А там же будут другие герои, как бы, на РД моде, алло. Ну, они это понимают? Мы выиграли. Не, ну короче, если они win next, да, типа там, вайпер будет, я скажу, РМК мискликнул. Стоим мискликнул, парни, вайпер не пикал. Не, ну это какая-то машина, рили. Хз, ну ладно. Не, ну, я хз, я понимаю, я говорю в АП, да, там, когда ты выбираешь героя, это одно, но когда в РД разные, тут, ну, очевидно, что сейчас какие-то другие страты там. Сейчас другие будут. Да, давай сейчас тоже, короче, там не будет тинкера, мы скажем, о, парни, сори, РМК. Не будет земли, РМК. Знаешь, что такое голландский штурвал, Картман? Ты не смотрел фильм «Зак и Мири снимает порно», не смотрел? Не смотрел фильм «Зак и Мири снимает порно»? Не, ну такой фильм. Чем ты там увлекаешься? Тинкер есть, Вивер есть, Undying есть. Слышишь? Я уже вижу игру героев. У нас ОП. Бери Undying и все. Undying бери. Слушай, подожди. Там Ancient Apparition есть. Вот это проблема в Undying, типа. Мы можем взять... Не. Вот очень больно. Слушай, есть Bloodseeker. Bloodseeker есть. Аппарат Вивер. О, мне кажется, реально была спикер в лес. Да, можно так. И что-то с Undying'ом возьмем такой, что живет хорошо. Не, ну вот из всех героев ренжей, которых я вижу, да, это Вивер, Фурион. Можно было бы взять, конечно, какую-то бруду, но и на я... Не, можно взять и кентавра, типа, и на них просто бежать, я и все. Я бруду возьму. Или давай кентавра, давай кентавра. Бери, бери. Я хуй знает, как мы будем против вайпера кентавром стоять. Не, ну там же зомби ускоряется, кстати, стампидой. А, ну да, кстати, вайпером против кентавра тоже неплохо стоять. Не очень хорошо, точнее. Да, очень тяжело здесь будет. То есть, против вайпера и этого. Вся беда в том, что я ультую без как его, брюмастера, боже, все время. Вайпера надо ультовать, наверное. Да, и тут надо, типа, ультовать вайпера. Да. И при этом сайленс дать еще как-то в этого. В ДС. Я не знаю, там, типа, блейдмейл нужен против вайпера, а но может, там грейв. А может быть, арчит на брюмастера или на дазла? Вот да, это да. Слишком... Это слишком много фарма, ну. Хз, пока что я возьму просто фейзы. Блэдмейл можно. Блэдмейл, но он грейв нажмет и типа будет меня в блэд кибить, какая разница. Не, ну вы там еще нормально стоите, в принципе, я так смотрю. Мы тут вообще вообще убиваем, по-моему. Федя, только не дай ему послушать. Йонг, Горадик, ШБ мне... О, я... Смотри, вон, вижу. Мне пишет, Йонг, Горадик, ШБ. Ща, парни. Радианцем сожгу. Ну я могу себе... Я короче, себе принес ТПшку. Принесу, точно. Да, ну, ты слишком хуёво. Да, забей. Спасибо за донат, Зя. Ха, понял. У меня тут... Наверное, тут видно. Это ты сестре сказал? Сестра, что? О, это как? Это как? А это как? Как получилось? Тогда вот тут вот. Сейчас достам виды, ты ждем, вообще будет нормально. Хочу, хочешь, я ренталон куплю, буду лес пофармливать. Ну да, тебе так и надо, наверное. Не, третий надо, Макси, там нюк нужен. Убить как-то застампит. Так, Брю, какой левел? Брю пятый еще. Можешь меня соло поставить? Вот, смотри. А, он с ТПшкой, ну ладно. Нормально, ты его звонишь, просто прогоняй, да и все. Можешь вообще тут сваться? У него ТП нет. Можешь его стягивать, просто чтобы он... Он ТПшнулся на базу, можем этих убить. У них нет телефона. Давай попробуем. Смотри, я напал. Ну я только бегу. Ты без стампида? Я иду. Смотри, я напал, да.
Ну ты поедешь. О, один в один, давай. Здесь тут вард, можешь быстро прибежать, топориком сесть, а тут вард стоит. Мне кажется, я откинусь тогда. От чего? Ну там вайпер, не? Брю. Это 7к в деле. Ну, как я тебе еще делаю? У него еще МС миллион. А? Не знаю. Хотел побольше нанести. Давай попробуем. Я стан могу не тратить. Что у меня стампит сейчас будет? Попробую. Я могу не станет сразу. Только такое буду делать, я станет. Стампит есть. Гоу, поехали. Давай. Мне кажется, можно уже, не? Или что? Прямо не того героя, по-моему, так. Мы взлетаем. Нас тамба, да, там вы убили? Он убил панды. Он убьёшь, так не хватило. Не, ну тут невозможно выиграть. Панды сейчас не тут, да. Так у нас тоже стампида нет. Я резность у меня будет тут. У них еще мека есть. Да. У меня нет байбека, я. Я лечу. У них всех ТБшки. Провальный этот пик кентавра. Проебали. Ну да. В смысле, на пике нормально? Я 6-й левел, у тебя меньше экспы, чем блядь. Конечно, меньше экспы, потому что стоишь сзади там. Федор, да не, ну все тут, ну, я хз. Мы, мне РМК, кажется, мало чего. Мы мискликнули. Да, РМК мисклик. У кого вайпер ты выиграл, я понял. Да. У него все дается. Хз, если я ТП-шку топнису, мне добыть мейла чуть-чуть. Бля, ну я хз, вот они... Мы под вивом вообще драться не можем. Нужно ждать вив. Давай попробуем, не знаю, вот сейчас у вас пройдет он. Подождем. Вообще. Смотри, вот здесь. Ой. Давай? Ставишь там его, давай. Сразу въебал грейм. Давайте все этого. Вайпер, нахуй убьется, по-моему. Там бани трогается, там бас стоит на месте. Ну, найс хил. Все умерли. Да не. Че, да, увижу. А он еще и вив дал. А, найс такой. Так, ГГ. Проебались мы с кентавром. Да. Лангу, next. На самом деле, блядь, нельзя просто... Ну ладно, мы до этого сказали, что мы честно сыграли. Команда обговаривать сразу. Ну там очень быстро, ну, времени очень мало. Ну до конца ждать и все. Ну так деньги поехали, идут. Сейчас надо, сейчас это... Если мы сейчас выигрываем, то потом мы опять с ними доиграем. Так мы все равно... Завтра второй круг, и вообще поебать, все равно с группы выходят.